И ведь ситуация в стране остается напряженной. За минувшие сутки в Казахстане выявили 438 случаев заражения коронавирусом. Прирост составил чуть больше 5%. Даже президент страны в своем твиттере напомнил казахстанцам, что ношение масок в публичных местах и общественном транспорте обязательно. Именно несоблюдение карантинных мер приводит к увеличению количества зараженных людей. Глава государства поручил правительству и акимам выправить ситуацию и принять решительные меры для защиты здоровья граждан. В разрезе регионов картина следующая. В 8 областях за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 выше 7%. В этой группе, по данным Минздрава, Алма-Атинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области, а также Кустанай, Шымкент и Туркестан. В ряде регионов послабление карантинных мер вызвало всплеск заболеваемости. В Караганде, к примеру, предприятия перешли на усиленный санрежим, в частности, из-за вспышки COVID-19 среди работников рудника Нур-Казган. Сейчас там насчитывается уже больше 300 инфицированных. А в столице перенесли дату открытия детских садов на середину июня. Ранее планировалось полностью открыть дошкольные учреждения в первый день лета. По просьбе родителей, где оба родителя работают и у них нет возможности оставлять своих детей дома, мы открыли дежурные группы в детских садах. Если у нас в детских садах в целом количество детей составляет свыше 55 тысяч человек, то в дежурных группах сейчас наблюдается посещение порядка 3000. То есть это небольшое количество, исходя из общей картины. Поэтому мы сейчас не будем торопиться открывать детские сады. К этому вопросу мы вернемся к середине июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации.